Национальный симфонический оркестр Китая приехал во Францию. В программе гастролей концерты в Тулузе, Экс-ан-Провансе и Париже. Тур посвящен 60-летию двусторонних отношений и проходит в рамках Года культуры и туризма двух государств. Тулуза – очень интересное место с точки зрения культуры. Там развиты самые разные виды искусства. Экс-ан-Прованс – столица драмы и театра, а Париж – настоящий город музыки. Композитор и дирижер оркестра Тань Дунь часто использует в аранжировках народные инструменты. Один из них – китайская сона. Технически она напоминает европейский гобой, но по звучанию больше похожа на рожок или горн. Программа гастролей призвана показать французским слушателям, что музыкальный язык не знает границ. Поэтому сюиту Игоря Стравинского и болеро Мариса Равеля на концертах дополнила оркестровая пассакалья самого Тань Дуня. Это старинный песенный жанр, родом из Испании. Пассакалью исполняли, провожая гостей. Наша главная миссия – поддержать позитивный импульс в отношениях Китая и Франции. Мы хотим укрепить музыкальные связи с партнерами из этой страны и познакомить местную аудиторию с нашими культурными традициями. Национальный симфонический оркестр – один из самых именитых коллективов Поднебесной. Его история насчитывает почти 70 лет. Китайские виртуозы будут выступать во Франции до 16 октября.